Всем привет, друзья! Сегодня наш третий день в Капруне. Сегодня пасмурная погода и прохладно. Вот так вот с балкончика видно все. С этой стороны посмотрим. Ребят, дождь идет, никуда не пошла, никакой музей. Холодно стало. Может, на следующий раз, когда мы будем здесь, я вам покажу музей, еще что-нибудь, какие-то находки найдем с вами. А пока, до связи. Спасибо, кто был на канале. Да, видите как. Даже горы, видите, там не видно. Дождь. Дождь в горах, и такое бывает. Там, где катаются. Ну, что ж делать. Погода в любом качестве прекрасна, правда? Ребятуки, привет. Видите, как погода поменялась. Дождик перестал. Все сухо, даже солнышко пытается выглянуть. Какие облака. О, видите, как уже снижаются. Уходят. Ну-ну. Красота, лепота. Вау, круто. Короче, вот вчера строили дом, уже построили. Деревянные. Интересно, правда? О, какая дымка там. Угу. Так, вот выглядит. Птички поют. Вдалеке красота, лепота. Тоже такой дом, может, вы уже видели. Там вдалеке серый такой дом. Угу. Интересно. Тут такой дом. Такие домики, там, скорее всего, ресторанчик внутри и апартаменты сдают. Еще раз. Hello. А туда, если прям пойдете, там музей Ауто. Не знаю, почему такой изображен, кто это, Иисус, Бог, Вселенная, что это. А вот на сегодня как выглядят наши горы. Все в тумане, в тумане, в тумане, в тумане. Тумане. Ну вот я вам вчера говорила, кто-то похитил статую с острова Пасхи. Ну интересно. Хаус Дора. Здесь магазин всяких разностей и магазин сувениров. Ножики разные. Вот какая панорама перед нами открылась сейчас. Здесь всякие магазинчики, вы уже знаете.
Это такой крутой отель. Ребят, не знаю, кто это, либо святой, либо кто. Прикольно, да, дядька? В стекле еще. Вон там вот есть, так сказать, церквушка. Эту сторону я вам еще не снимала. Ну, везде, естественно, реклама гор, чтобы туда катались, ездили. Указатели всякие разные. Да, такая реклама гор. А это указатели. Че, ребята, быстро, это авто электромобили. Поняли. Здесь интересные такие дома в различном архитектурном стиле. Каждый дом своя история. Ну, интересная местность. Там с речкой ходим. Смотрите, прям в скале. Fashion shopping. Скоро где та вода? Снег. Сгор? Снег? То есть снег. Вода из гор. Ребят, смотрите, есть церквушка построена прямо в горе, и туда надо подниматься. Наверное, не поднимемся, оставим на следующий раз, правильно? И тут отель, ресторан. Но круто-круто. Погода отличная стала, да? Так нормализовалась, птички поют. Ну, интересный вид, ой. Что это за скала? Видимо, здесь такую породу нашли, поэтому ее привинтили. Что-то написано, ребят, я не понимаю. Николас Гаснер. Необычная автобусная остановочка. Можно и от солнышка укрыться, и от тенька. Да-да. Ребята, вот это серо-оранжевое, это школа, как мы поняли, через вид окон. Это такой спортивный магазинчик. Тут так интересно внутри. Панорама открывается. Мы внутри. Здесь все дорого. На рюкзак, видите, за 130 евро. Так что так. Ну что, погнали? Так. Здесь выглядит так все. О, лыжи. В отделе лыж здесь. Все, лыжи. Начинает болеть. Да? Короче, ребят, магазин для любого вида спорта, я так поняла, и теннис, и лыжи, и велосипед, и бег, ну все-все. Там ребята ждут нас.
Вот этот магазин основал какой-то Ханс Брундл. Это называется Брундл Спортс. Так что, welcome, если будете в Капруне. Чуть не совсем такая дорогая, да? 249. Выглядит. Никого нету. Ребята здесь. Интересно, какие рога. Прикольно. Человек с собачкой. Смотрите, какой отель. Тоже интересное здание. Впереди горы. Короче, здесь есть такой маленький проходик. Можно посмотреть на эту речушку. Вот так вот. Что круто. Вот такой вот проходик. О, красота с этой стороны. Поближе. Чуть все ходят с собаками, кошками, зайчиками, попугайчиками. Ну, понятно, что питомцы неотъемлемая часть семейства. Чуть кофе захотелось попить. Здесь уже как-то так простенько, да? Ни магазинчиков люксовых, ни кафе. Посмотрим, посмотрим. Кстати, вот впереди нас это значок остановки. Помните, я вам показывала, какая была остановка? Какая это? Просто вот тротуар, расписание, и все, стоишь под солнцем, паленым дождем, ветром, кому тепло, кому горячо, кому вообще чего. О, ребят, смотрите, что нашла, бар диско. Ну, пойдемте, готовы? Угу. Так, вот вдалеке. О, тут что-то у нас итальяно, не? Ну да, пиццерия. Ты хочешь пиццу веником? Empty Italiano Restaurant. Не empty, там он сидят. О, тут-то прям бык. Смотрите, как красиво. Солнце прям в глаза светит, ничего не вижу, что снимаю. Так. Ну, красота, лапота. Ну, чё, пойдёмте? Вон там целый этот новогодний праздник. Да, видно вам, нет? Но Новый год. Или что? Люксовые апартаменты. Машиночка ещё. Почему бы нет? Вот я же говорю, с каждым домом у каждого свои причуды, да? Каждый свой дизайн, свой контент, контекст. Контент, да. Вот Элизабет какая-то. Hello. Ой, надеюсь, меня не выкинут, если я все дома снимаю. Это будет потом. Смотри видео, ну-ка, быстро, быстро. Не, ребятки, думайте, не будет. Нас пять? Сейчас чуть-чуть, треху. Ну, идем уже, наверное, мы назад. Ребятки, спасибо, что смотрели, что были со мной. Надеюсь, будете со мной. Всем прекрасного дня или вечера. Чао, какао. Подписывайтесь на канал. Ну, мы решили на обратную сторону идти. Так, чуть-чуть видео еще продолжим. Вот так выглядит это. Апартаменты. Что себе, да. Ну, тут, наверное, еще живут люди. Видимо, есть эти и школы, может быть, и маленький такой этот. Как вам? Медицина.
Как он по-русски, господи? Медпункт и все необходимое. Полицейский участок. Ну, так вот люди живут. Работают. Отдыхают. Free VLAN. What does it mean? Please tell me. Ну и все, ребятульки. Пишите, что вам нравится, что не нравится. Всем всего-всего. Самого чудесного. Смотрите, что мы нашли. Здесь, короче, отели на территории Капруна. Попробуем снять вот так. Какие есть. Можете про них почитать. Апартаменты, отели. А это карта. А здесь мы были с вами. Помните? Вот так вот. Виллы, отели. Remember, I told you the name of the street that we are. Шлосс-штрассе. Боже. Шлосс-штрассе. Шлосс. Это ключ. Это ключ. Ключевая улица. Ну, вот так вот напротив выглядит. Почему это дерево, вы спросите? Это праздник весны. Они всегда привязывают, да? Они не праздник весны. А что это? Е, так аку праздник весны. Аку праздник весны. Але то е май. Ну, в мае, да, когда то май. Але то ту савула май, теж. То е май. Ага. А то са дава пред доми, где живу младе жени. Вот, как, видали, чтобы молодые девушки, которые живут поблизости, либо в доме, кто ставит эту елочку, чтобы пред они домами, то при домами, да, чтобы кто живет вот в этих домах, чтобы они успешно вышли замуж. Вот такой у них обряд. Так. Интересно, ну, девчонки, чтобы все вышли замуж. Так. Але тут на Капруне это тоже как символ. Ну, уже да, как символ. Символи, але на деревнях нормально, пред домами, где живут молодые жены. Так им поставят май, май са то вола, аби са видали. Чё, красота, кажется, есть какой-то отель на территории какого-то отеля. Ой. Немножко здесь, оказывается, фэшн. Видите, какие платьишки, девчонки. Ну, налетай, забирай. Помните, мы были на обратной стороне цепушки? И вот печка. Пусть приносит вам больше энергии и уносит все-все там плохое. Вот фэшн. Ну что тут у нас? Всякие сумки. Отсвечивает, не видно. Магазинчика. О, девчули, кому что? Какое платье? А это кафе, в котором мы уже были. Очень, кстати, классное. Тут тоже шопинг, девчули, кому что, налетай, забирай. Ну все. Классно, да, прогулка? Всем спасибо, кто был на канале. Всего самого-самого прекрасного.